Уважаемые сочинцы, наш город стал круглогодичным курортом. За последнее время мы с вами встретили миллионы гостей. У нас прошли десятки событий международного уровня. Все наши гости отмечают красоту нашего города, его ухоженность. Санитарное состояние курорта поддерживается трудом тысяч людей, работников коммунальных служб, сотрудников городской и районных администраций. И эту работу мы продолжаем в усиленном режиме. Ведь уже в ближайшие недели на курорте пройдет целая череда событий общероссийского и мирового значения. Это и всемирные игры инвалидов-колясочников, и музыкальный конкурс «Новая волна», и международный инвестиционный форум, и гонки «Формулы-1». Перед встречей дорогих гостей в любом доме принято проводить уборку. Сочи – наш общий дом, и поэтому каждый житель может и должен внести свою лепту в наведение чистоты и порядка. Я прошу всех сочинцев принять участие в общегородском субботнике, который пройдет 26 и 27 сентября. В первую очередь мы должны убрать весь мусор во дворах, в местах общего пользования, очистить столбы и другие поверхности от самовольно расклеенных объявлений. В этом нет ничего непосильного. Чистый город нужен в первую очередь нам самим, людям, которые живут в Сочи. Я прошу вас, дорогие сочинцы, принять участие в этой важной и нужной работе. Спасибо.